Теперь рассмотрим профильно-формирующие упражнения, опять же, с помощью трости. Основные принципы. Если мы совершаем короткое движение, то есть работа в клинче, это сжатие, закрытие. Если мы говорим о длинных ударах, то это растяжение, раскрытие. И, соответственно, мы используем данные принципы. Занимаем позицию. В данном случае акцент пойдет на левую руку. То есть мы рассматриваем левый короткий удар в корпус. Если мы делаем его именно коротким, при движении вперед мы стараемся максимально сжать палку. Таким образом мы закрываемся и получаем короткий удар в корпус. И совсем по-другому, когда мы выдвигаемся вперед и стараемся растянуть палку. Таким образом мы раскрываемся и наносим длинный удар. То же самое на верхнем уровне, когда у нас руки подняты. Сначала короткий вариант. Мы сжимаем. Сжимаем. Движение идет вниз, вперед. Сжимаем и получаем короткий удар. И растягиваем. 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 Таким образом мы получаем длинный взрывной удар. То же самое, если мы будем бить, например, палкой. Либо противник близко, мы закрываемся, наносим короткий удар. Либо мы вытягиваемся и наносим длинный удар. Как вариант для боковых ударов. Берем следующим образом, как весло. И, соответственно, либо мы сжимаем и получаем короткий боковой удар. Либо мы растягиваем. И получаем длинный боковой удар. Формировать можно будет отдельно. Или же как вариант для формирования правильного, так сказать, стакана, чтобы бить не плашмя. Таким образом мы получаем уже правильное положение локтя и кулака. Что в верхнем, что